океан. С ним связано возникновение всего живого на нашей планете. Количество вещества, синтезирующегося в океане, во много раз превосходит все то, что создает суша. Несмотря на существенную роль в истории развития человечества, океан — это, пожалуй, наименее изученная область планеты. Среди многочисленных проектов по изучению морей и океанов — международная программа ЮНЕСКО «Плавучий университет», реализующаяся вот уже более 10 лет. В 1993 году ЮНЕСКО совместно с Российским государственным гидрометеорологическим университетом объявил о включении в программу нового раздела «Балтийский плавучий университет», состоящую из двух компонент – «Балтийской» и «Северной». Основным девизом БПУ является принцип «Обучение через практику и научные исследования». Основными областями работ – океанология, морская экология и комплексное управление прибрежной зоной Балтийского моря. С этой целью ежегодно организуются морские и прибрежные экспедиции. В работах БПУ принимают активное участие иностранные студенты и ученые Европы, Африки, стран Латинской Америки и Китая, которые участвуют как в общих научных исследованиях, так и выполняют индивидуальные учебно-научные программы. В экспедициях БПУ участвуют также школьники старших классов и колледжей России и прибалтийских стран. В 1999 году, вот уже во второй раз, экспедиция проходила на гидрографическом судне «Сибиряков».